Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Продолжаю видеообзоры сортов томатов. Вот в предыдущем видеоролике я вам рассказывала про сорт «Медовый король». Они тоже желтые, но более крупные, такие оранжево-желтые, мясистые, сочные, от 300 до 500 граммов. Вот это у нас «Желтый шар». Это тоже среднеранний сорт. За 106 дней он от всходов до плодоношения. Он тоже индетерминантный, очень рослый, до 2 метров сорт. Рекомендован как для открытого грунта, так и для пленочных теплиц. Выращивают, как обычно, рассадным способом, но его формировать нужно в один стебель, удаляя все пасынки. Это рекомендует сам производитель семян. Плоды округлой формы, желто-оранжевого цвета, 150-160 грамм. Вот именно вот такой формы и такого веса он очень идеально подходит для цельноплодного консервирования. Урожайность 3 килограмма с одного куста. Если про медового короля я говорила, что он огромный такой сочный плод для салатов, для свежего употребления, то вот эти наоборот, они стандартные, желтый шар, они именно как шарики, они все одинакового размера и веса. Вот они идеально подходят для засолки. Ну, конечно, не исключено и употребление в свежем виде, они также вкусные и сладкие, потому что желтые и оранжевые сорта самые вкусные и самые сладкие. Но вот этот сорт, что именно для засолки, для консервирования, он подходит идеально. Вот у меня они уже переспели, растрескались, но я эти трещинки только потому, что я их не снимаю. Он поспел у меня давно, но для того, чтобы получить качественные семена, я их держу на материнском кусте до перезревания. Я вот трогаю, хожу, когда он будет совсем-совсем мягкий, я его сниму. И будут самые качественные семена, которые поспели прямо на материнском кусте. В один стебель его формировать, и он будет расти, ну как он высокорослый. Вот видите, все кисточки, кисточки, они будут расти до самого потолка теплицы. Очень удобный сорт. В один стебель, когда его формируешь, он не занимает много места в теплице. И в выращивании очень просто выходит. Не разрастается, не раскидистый. Вот этот сорт рекомендую тем, кто увлекается цельноплодным консервированием. Какие-то плоды съедите, какие-то посолите. Он очень красиво смотрится в банке. Этот сорт семена будут у меня в этом году в каталоге. Каталог уже будет через 2-3 дня выставлен. Там все сорта вы сможете посмотреть. До свидания. Заходите ко мне на страницу в Одноклассники. Ольга Чернова, город Бийск, Алтайский край. Желаю всем хороших урожаев.